тихая и красивая музыка. Можно за антиэллерией на высокой стене, или продавала копию тетради Чайковского «Пикова льда». Третьим действием которой Лиза бросается с элементарного мостика прямо через границу с любовью к ней подарки. После того, как ее встречают в помещении самолет «Харта» «Первый». Отсюда происходит второе популярное название «Формас» – «Мостик Лиза». Сейчас мы выходим к этому месту. Именно вокруг этого места и начинал развиваться наркотик. Произведенные наркотики давно стали символом Петербурга. Все от нас находятся в актовой и душевой Москве, соединяющие восточно-восточной центральной части города и городской стороны. Справа же расположен Троицкий мост. Прямо по заходит Кунковский меридиан. До начала 20 века этот меридиан использовался в качестве нулевого для отсчета географических долгов на картах Российской империи. В конце 16 века территория Петербурга принадлежала Швеции. Русские и шведы боролись за удобный выход к Балтийскому морю. Санкт-Петербург понимал, что нужно любой ценой преградить путь шведам и закрепиться на берегах Днепра. Для этого прежде всего нужно